Как и полагается, экскурсия в ВКЦ началась со знакомительной лекции. Студентам рассказали о направлениях работы экспертно-криминалистического центра. Ну а после теории приступили к практике. Специалисты показали, какие секреты помогают им идентифицировать личности преступников в считанные минуты, причем даже в глухой местности. Даже находясь где-то в степи, где-то в лесу, но где есть сотовая связь, мы обнаружили там, допустим, труп неопознанный. Мы можем проверить его отпечатки пальцев посредством вот этой техники, посредством сотовой связи, и обратиться в базе данных, установить, допустим, лицо, совершившее преступление, либо установить личность. Как снять отпечатки пальцев, составить фоторобот, отличить поддельную купюру от настоящей, ничто не осталось без внимания. Но особый интерес у студентов вызвала спецкомната для отстрела изъятого оружия. Больше всего понравилась баллистическая экспертиза. Мы закрепили знания, полученные в техникуме. Мы проводим экскурсии знакомительные, с тем, чтобы наши студенты, получающие юридическое образование, получали представление о науке криминалистики, на практике поняли, чем занимаются эксперты и могли представить себе свою дальнейшую работу. Полицейские надеются, что подобные встречи помогут студентам не только в учебе, но и определиться с будущей профессией. Возможно, кто-то сделал выбор уже после этой встречи. Анастасия Маслова при содействии пресс-службы УМВД.